Ровно месяц назад в стране ввели режим ограничений из-за пандемии COVID-19. Жители Москвы и Подмосковья обязали ходить с цифровыми пропусками и сидеть дома. Мы на улицах города поспрашивали у химчан, как они относятся к этой вынужденной мере. Режим ограничений, который ввели, на ваш взгляд, он чрезмерный или все-таки необходимый, который поможет? Необходимый. Я думаю, хороший. Почему? Ну, меньше народу, меньше контакта. Больше положительно, потому что, тем более, такая зараза идет, вообще люди мрут. Ну, лучше, конечно, соблюдать этот режимчик. Обязательно поможет. Обязательно. Так и надо. Я не знаю, насколько он необходим, но судя по тому, как он исполняется, ну, поможет, наверное, он бесполезен. Ну, оглянитесь вокруг. Это похоже на людей, которые боятся вируса. Ну, может, на работу пойдет. Который час? Сложный вопрос, достаточно провокационный. Я, пожалуй, воздержусь от ответа, если можно. Напомним, граждане беспрепятственно могут гулять с собакой, ходить в магазин или аптеку, но только в радиусе 100 метров от своего дома. Для этого пропуска не требуется. Александр Сергеев, Алексей Сыченко, новости Химки ТВ.